Здравствуйте на 12 канале. Час новостей в студии Юлия Ковыршина в этом выпуске. Полное погружение в историю. Во многом уделено место и тем тяжелейшим, трагическим, а порой по-настоящему страшным страницам нашей истории. Мы не боялись этого. В Омске открылся мультимедийный исторический парк. Новый авиарейс из Омска в Будапешт. Мы уже видим представителей нескольких венгерских компаний. Они пришли, они не уходят, они остаются работать. Какие еще совместные проекты обсудили глава региона и консул Венгрии? Уборка в космосе. У нас есть свои прорывные направления. Вот малокосмические маневрирующие аппараты, экология космоса. Омские ученые представили свои последние разработки зарубежным коллегам. 9000 рублей ежемесячно за третьего ребенка в регионе вводят новую меру поддержки многодетных семей. И вне игры Доминик Фурх до конца ноября не выйдет на лед. Почему голкипера отстранили от матчей? А мячи и гости города смогут бесплатно посещать мультимедийный парк «Россия. Моя история». Первые месяцы работы уникального интерактивного комплекса вход сюда будет свободным абсолютно для всех. Об этом решении глава региона Александр Бурков объявил во время торжественной церемонии открытия исторического парка. Уже завтра масштабный современный музейный комплекс будет доступен для всех желающих. Ну а первыми его посетили VIP-гости. Среди них заместитель полномочного представителя президента Любовь Бурда, представитель администрации президента и компании «Газпром», которая финансировала масштабный проект. Оценил Омский парк и один из вдохновителей проекта, епископ Егорьевский, председатель Патриаршего совета по культуре, видный общественный деятель Тихон. Он отдельно отметил высокое качество регионального контента и в целом заявил, что Омский парк один из лучших. Напомню, сейчас исторические парки открыты в 12 регионах России. И это имеет большое значение для будущего нашей державы. Это все есть. Тот контент, который заложен вот здесь, в этом историческом парке, это, наверное, самое ценное, что сегодня мы имеем. Это реальная история со всеми плюсами, минусами, со всеми взлетами, падениями, трагичными падениями. И самое главное, описанием причин возрождения, да? Основ возрождения. Вот это для меня, наверное, самое ключевое. То, что мы видим историю со всеми, еще раз говорю, белыми, черными оттенками. Вот эта правда историческая, которая сегодня представлена в данном нашем историческом парке, это, наверное, самое ценное и самое главное, что мы должны нести к людям. Наша задача была всемирная объективность. Вот Александр Леонидович сейчас сказал о том, что во многом уделено место и тем тяжелейшим, трагическим, а порой по-настоящему страшным страницам нашей истории. Мы не боялись этого. Ну, огромное спасибо нашим коллегам из Омска, которые создали прекрасный региональный контент. С огромным интересом мы его читали, когда вместе его формировали, то, что было представлено учеными омских высших учебных заведений. В создании интерактивного музея участвовали историки, музейщики и IT-специалисты. Работа последних поражает. Многие приемы, которые использованы в создании экспозиции, новаторские. Посетители буквально погружают в историю с помощью видеоинфографики, анимации, 3D-моделирования и цифровых реконструкций. Достаточно одного прикосновения, чтобы на глазах у гостей парка развернулась, к примеру, Курская битва. Вся информация размещена на лайтбоксах, мультимедийных экранах и сенсорных столах. Экспозиция занимает 7500 квадратных метров. На то, чтобы познакомиться с экспонатами мечей, будет достаточно времени. Исторический парк останется в городе навсегда. Он займет здание теперь уже бывшего экспоцентра. С самого утра здесь работала наша съемочная группа. И подробный репортаж с открытия парка смотрите в следующем выпуске новостей.
Из Омска в Будапешт могут появиться прямые авиарейсы. С таким предложением выступил Александр Бурков. Глава региона сегодня провел встречу с генеральным консулом Венгрии Сергеем Сючем, на которой обсуждался в том числе и этот вопрос. В целом диалог получился конструктивным. Кроме туризма, по мнению Буркова, Омская область может успешно сотрудничать с Венгрией в сельском хозяйстве, нефтехимической отрасли, культуре, а также в области переработки и утилизации отходов. А эта ниша, по словам Буркова, в регионе не занята. Кроме того, омский инвестиционный климат для иностранных предприятий очень привлекателен. Мы уже видим представителей нескольких венгерских компаний. Они пришли, они не уходят, они остаются работать. Более того, мы предложили им работать в рамках кластерных отношений. То есть мы готовы предоставлять льготы по налогам, давать преференции различные. И мы сегодня видим, тот же Казахстан присутствует у нас, он идет. Та же Германия. Это говорит о том, что климат для инвестиционной интересен и для европейских государств, да, и для государств с Востока. Так, внешний торговый оборот Омской области с зарубежными странами составил около 700 миллионов долларов. С Венгрией только за последний год он вырос в 3 раза. Страна занимает 6-е место среди всех иностранных партнеров Омской области. И несмотря на санкции со стороны Евросоюза, Венгрия намерена поддерживать и развивать двустороннее сотрудничество. Венгрия считает Российскую Федерацию одной из самых важных торгово-экономических партнеров. Венгрия, венгерское правительство желает развивать эти отношения. Большое значение придаем в рамках венгеро-российских отношений. Это развитие нашего сотрудничества с российскими регионами. Генеральный консул Венгрии Сергей Сюч прибыл в Омск не один. Он возглавил и бизнес-делегацию. Сегодня иностранные предприниматели встретятся с омскими. Кроме того, Сергей Сюч посетит и высшие образовательные учреждения. Переселил людей в аварийное жилье и отделался штрафом. Бывшему мэру Исилькуля суд вынес приговор. И пострадавших, а это 10 семей, он поверг в шок. Напомню детали этого громкого дела. Экс-чиновника обвиняли в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В частности, Николай Илюшкин выделил подрядчику из бюджета района почти 11 миллионов рублей на строительство 5 двухквартирных домов. Однако то, что в итоге было построено, вряд ли можно назвать жильем. Трещины, сквозные дырки, стены без утеплителя. Жить в таких домах просто невозможно. По сути, людей переселили из одних аварийных домов в другие. Расследованием дела занимался Следственный комитет и ФСБ. Сторона обвинения требовала тюремного заключения для экс-чиновника. Однако суд назначил только штраф. Тахмина Тынысова с подробностями. Профнастил этих домов в Исилькуле, пожалуй, единственное, что отличает эти здания от аварийных. В стенах нет утеплителя, трещины, местами дыры проходят насквозь. И такие дома в рамках социальной программы получили 10 семей, а вместе с разрушающимися жилыми помещениями еще и нежелательных соседей. Помимо мышей, земляные блохи, потому что сырость в доме, хотя отдушины были открытые. И помимо всего этого еще и грибок под полом. Зимой у нас промерзает в доме прям, и не вот вдоль стены, ну промерз все пол, соли, пол холодный очень. И таких проблемных домов 5. Возводить их начали 2 года назад. По версии следствия, Николай Илюшкин, когда занимал пост мэра Исилькуля, в 2015 году подписал разрешение на строительство без положительного заключения экспертизы проектной документации. А затем и вовсе игнорировал техническое состояние жилых домов. То есть здания могли обрушиться, а он не только не остановил стройку и не потребовал устранить дефекты, но и принял акты выполненных работ. То есть подрядчик получил бюджетные деньги. Илюшкин отчитался об успешной реализации соцпрограммы, а жители сменили одно ветхое жилье на другое. Государственным обвинением в прениях предложено признать Илюшкина виновным в полном объеме. Назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должность на государственной службе и в органах местного управления на срок 2 года. С отбыванием наказания в колонии общего режима.
Впрочем, свою вину Люшкин так и не признал, а после суд и вовсе переквалифицировал действия экс-чиновника на более мягкую статью. Экс-мэра обвинили лишь в халатности. В итоге вместо реального тюремного срока, который просила сторона гособвинения, Илюшкина всего лишь оштрафовали на 400 тысяч рублей и запретили занимать должности на госслужбе в течение 2 лет. Ну а людям так и приходится жить в полуразрушенных домах. Ведь подрядчик, которого через суд обязали устранить недостатки, к работам так и не приступил. Тахмина Тынысова, 12 канал. Более 9 тысяч рублей за рождение третьего и последующего ребенка многодетные семьи региона будут получать ежемесячно с января следующего года. Соответствующий указ подписал глава региона. По предварительным подсчетам, поддержку смогут получить более 5 тысяч семей. В правительстве России Александру Буркову удалось добиться софинансирования меры социальной поддержки многодетных. Благодаря этому из федерального бюджета в течение 3 лет в регион поступит более 600 миллионов рублей. Еще 1 миллиард на эти цели направит региональное правительство. Планируется, что выплачивая деньги многодетным семьям, будут в течение 3 лет. При этом рассчитывать на поддержку смогут семьи, которые не получали аналогичную в 2013 году. Проекты по развитию микроэлектроники, созданию энергосберегающего оборудования и сохранению благоприятной космической экологии представят ученые из Омского политеха. О последних разработках наши специалисты расскажут своим зарубежным коллегам в рамках Евразийского технологического форума, который в эти дни проходит в Омске. Наш город впервые стал местом проведения такой масштабной конференции. Раньше дискуссии проходили локально на отдельных площадках. В этом году на базе Омского политеха собрались около 1000 человек. На заседаниях секций с докладами выступают ученые из Омска, Томска, Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, а также Казахстана, Болгарии, Южной Кореи и Италии. Что привело в Омск лучшие умы Европы и Азии? О масштабном научном форуме Наталья Бельская. Интереснее, чем Колизей и Пизанская башня. Лучано Галфетти, профессор Миланского технического университета, в третий раз приезжает в Омск. Именно здесь он впервые увидел, как выглядит вторая ступень ракеты «Космос-3М». По сути, космический мусор. По данным Европейского космического агентства, сегодня около 750 тысяч объектов со скоростью 40 тысяч километров в час вращаются вокруг Земли. Из них только 18 тысяч достаточно велики, чтобы их контролировать. Проблема космического мусора на данный момент очень актуальна. Она является трендом в развитии космической науки. Это вызов времени, и на его решение сейчас брошены огромные силы и средства. И наш университет, который считается одним из самых передовых в Европе, не мог остаться в стороне от этой темы. Проблему по осушке ракетных топливных баков от высокотоксичных жидкостей пытаются решить в МГТУ. С Миланским университетом сотрудничают с 2006 года. Между вузами соглашение об академическом обмене студентами и преподавателями. Кроме того, итальянские ученые 5 лет назад вплотную занялись экологией космоса. Теперь параллельно с МИЧами проводят эксперименты, опровергая или подтверждая полученные данные друг друга. Если нет общения с подобными себе людьми, то встает вопрос, как это местечковая наука. Она, безусловно, обречена на замкнутость и отставание. Мы должны знать, что делают наши коллеги за рубежом. Иначе, если мы этого не знаем, то наши публикации просто отвергаются, что вы не знаете, что товарищи делают. И поэтому сотрудничество необходимо. Это с научной точки зрения. К чему пришли, чего достигли? На первом технологическом форуме АМИЧИ представляли собственные уникальные проекты. К примеру, двигательная установка для малых космических аппаратов в лаборатории микротяги. Ее уже опробовали в деле. В 2008-м с ее помощью на ракете-носителе «Космос-3М» запустили спутник для передачи данных и морского мониторинга. У нас есть свои прорывные направления. Вот малые космические маневрирующие аппараты, экология космоса. Вот это сверхскоростное шлифование инструмент с точностью заточки до 1 микрона. Никто в мире этого не делает. Омский форум для ученых из Италии, Болгарии, Южной Кореи, Казахстана, а также ведущих российских университетов – возможность не только узнать, что сейчас на передовой науке, но и заглянуть за ее горизонты. Результатом должен стать обмен опытом, соглашение о сотрудничестве, а в дальнейшей перспективе – научные открытия от лучших умов Европы и Азии, которые, возможно, способны перевернуть мир. Наталья Бельская, Екатерина Булучевская, Александр Козлов, 12 канал. Лучшего молодого учителя Омской области выберут такие же молодые педагоги. В этом году в рамках регионального конкурса «Дебют» мастерство участников оценивает экспериментальная конкурсная комиссия, в составе которой молодые, но уже достигшие больших профессиональных успехов специалисты.
Определять победителей они будут в двух номинациях, в зависимости от рабочего стажа конкурсантов. Какие испытания ждут участников и когда будет назван победитель, расскажет Анатолий Соколенко. Рассказывая семиклассникам о жизни насекомых, преподаватель химии и биологии Ольга Федина немного волнуется. Вместо знакомых учеников за партами сидят ребята совсем из другой школы, а за ходом занятия внимательно наблюдает жюри. Ольга – участница конкурса молодых педагогов «Дебют». Молодой учитель решила показать коллегам, что за полтора года работы уже успела набраться опыта. Мое образование вообще химическое. Сейчас я учусь на биолога, но биология мне даже немного ближе, чем химия. Сегодня тема урока была «Отряд бабочки». Учила детей разнообразию бабочек, строению бабочек, для чего вообще бабочки нужны нашей природе. Урок прошел замечательно. Конкуренцию за право считаться лучшим среди молодых учителей региона Ольги составят 9 коллег. Они прошли заочный этап конкурса и теперь должны показать членам жюри все свое мастерство. Выступить с докладом, проявить себя в дискуссии и провести открытый урок. Оценивают учителей действительно строго. К примеру, если педагог продолжает вести занятия после звонка, итоговый балл могут и снизить. Мы в этом году, члены жюри, собрали всех ярких звезд из молодых педагогов Омской области. Тех педагогов, которые уже добились успеха в профессиональных конкурсах. Первый взгляд на то, что молодые педагоги, когда оценивают своих же молодых педагогов, они более строже, более принципиально подходят к оценке. В этом году на конкурсе дебютировали 37 молодых учителей. К очному этапу допустили 10 человек. Впереди у конкурсантов еще один отбор, поэтому в финал пройдут только 5 лучших. Имена победителей назовут в середине декабря. Анатолий Соколенко, Владислав Осинцев, 12 канал. О спорте. Омский «Авангард» лишился основного голкипера из-за полученной травмы. Доминик Фурх не выйдет на лед до конца ноября. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. В лазарете по-прежнему числятся форварды Ансель Галимов, Семен Кошелев, Николай Лемтюгов, Валентин Пьянов и Юхан Сунстрем. Кроме того, еще на неделю продлен больничный Александра Пережогина. Тем не менее, уже сегодня ястребы сыграют со станинским «Барысом». Защищать ворота «Авангарда», скорее всего, будет 74-й номер красно-бело-черных Олег Шилин. Кроме того, в распоряжении тренерского штаба остается и молодой вратарь Вячеслав Новицкий. Прямую трансляцию сегодняшнего матча из Астаны смотрите на нашем канале. Начало в 19:25. Как надежно защитить свое имущество и автомобиль? Прежде всего, установить прочные и надежные входные двери. Выбор помогут сделать опытные менеджеры компании «Надежные замки». Компания изготавливает качественные входные двери и имеет многолетний опыт работы в этой сфере. Кроме того, компания «Надежные замки» предлагает имечам и другие услуги. Все подробности в нашем сюжете. Как выбрать и где купить новую, качественную, прочную и красивую входную дверь? Определиться с выбором помогут консультанты компании «Надежные замки». Уже больше 18 лет компания работает на рынке и предлагает омичам различные варианты входных дверей из прочного металла с разнообразными вариантами отделки, которые гармонично вписываются в любой интерьер. Двери изготавливают по индивидуальному проекту, учитывая все пожелания заказчика. Монтаж и доставка бесплатно. Вы выбираете отделку, вы выбираете модель, которая вам больше по душе и по карману. Мы рекомендуем конфигурацию, чтобы полнее использовать ваш дверной проем. Ну и дальше остается выбор за вами. В этом салоне вы можете увидеть новые отделки с пленки ПВХ, шпанированные отделки, более богатые решения с ковкой и стеклом. На период ремонта компания «Надежные замки» готова предоставить на прокат временную взломостойкую входную дверь, которая сбережет ваши стройматериалы и инструменты строителей. Люди, которые не первый раз делают ремонт, пользуются этой услугой охотно. Собственное производство, оснащенное самым современным оборудованием, отличает фирму от многочисленных перекупщиков. Скрытые шарниры повышают устойчивость к взлому и дают полет фантазии дизайнерам. От минимализма до ампира – выбирать вам. Все изделия компании «Надежные замки» можно приобрести в том числе и в рассрочку, заключив договор без банка-посредника. Самая популярная дверь – это серия «Комфорт» 2 мм толщина металла стоимостью 25 600 рублей. Первоначальный взнос, если мы оформляем в рассрочку, 7680 и ежемесячный платеж 1800 рублей на год. Выставочный зал компании «Надежные замки» теперь есть и на Левобережье. Офис открылся в микрорайоне Прибрежный по адресу улица Перелета, 27. Также вас по-прежнему ждут и в центральном офисе на Маркса, 47. Екатерина Лушникова, Сергей Гаев, 12 канал.
После короткой рекламы прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Акция. Скидка на доставку. Скидка на монтаж. Евроокно стандарт. Окна для вашего дома. 700-007. Сохранять подвижный образ жизни и молодость кожи нам помогает крем Рефарм. Покупайте в сети ортопедических салонов Артека, аптеках Мелодия Здоровья и на сайте аптека.ру. По здоровью есть вопросы. 48-38-38. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом Либридерм. За что мы любим низко цен? Да вы только посмотрите на их цены! Бедро цыпленка-бройлера 83 рубля за килограмм. Шампиньоны резанные фалани 425 миллилитров 49 рублей. Майонез Махеев 400 миллилитров 36,90. Низко цен в Василькуле! Наш любимый магазин! Годовщина свадьбы, важный экзамен, день рождения тещи. Есть даты, которые нельзя забывать. 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц. Уведомление придет заказным письмом, а пользователи личного кабинета налогоплательщика получат его в электронной форме. И о погоде завтра, 16 ноября. По области в Омске переменная облачность, местами возможен снег. Температура воздуха в районах в ночные часы минус 11, днем столбики термометров поднимутся до отметки минус 1. В Омске ночью 6-8 градусов холода, днем 2 градуса со знаком минус. Ветер южный 6 метров в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Пока это все новости. Следующий выпуск смотрите в перерыве хоккейного матча. А эфир 12 канала продолжит программа «Владовест».